Тишины не должно быть в библиотеке. Сегодня это не просто хранилище книг. Это центр социальных, театральных, образовательных проектов. Библиокараван. 15-й форум библиотекарей собрал в эти дни в Екатеринбурге специалистов из разных регионов России, включая Крым. Поделиться опытом, интересными идеями. Разработки Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила вызвали у коллег большой интерес. Речь об уникальном проекте «Этнодом». В 2014 году наш город был первым и пока остается единственным, где мигрантов, взрослых и детей в библиотеке обучают русскому языку. У нас прошло обучение порядка 40 человек. Дети младшего школьного возраста, те, которые не смогли поступить в школу русскую после прибытия к нам из своих стран, поступили в школу. Это вот очень нас радует, потому что все-таки мы добились того, чего и хотели. Дети были приняты в школу. Те старшеклассники, которые проходили у нас обучение, тоже успешно сдали экзамены и поступили в среднеспециальные учебные заведения. Проект был рассчитан до 2015 года, но востребован и сегодня. Этой весной мигранты из разных стран обратились в библиотеку, и в мае еще одна группа, их 18 дошколят и мам, закончила обучение. А летом стартовал новый проект для слабовидящих «Услышать, чтобы видеть», и начала работать мультстудия «Калибри». Все популярнее становятся краеведческие пешие прогулки и акции для молодых читателей. Библиокараван до 9 сентября пройдет по трем городам области.